Сейчас он раскаивается, что бросил жену и дочь ради Захаровой. Но уже изменить ничего нельзя. А после того, как он предал Александру, его попросили и из театра, и из совместно нажитой трехкомнатной квартиры. Но Владимир Стеклов не стал бомжом в прямом смысле этого слова, а переехал жить к врачу-стоматологу. Она родила ему дочь, а потом он женился.